Когда я приходил к твоей маме в больницу, она часто повторяла: вот увидишь, однажды Мадлен станет министром. А я отвечал: нет, не министром, президентом. Да, учишься, и что потом? Политик, который будет отстаивать идеи экологии и феминизма, станет новым президентом или президенткой. Позвони мне после выпуска. Поговорим. Ты явно понравилась, Габриэль. Ну и что? Когда у рабочих трудности, они звонят мне, а не вам. Почему? Потому что вы все сломали. Надо улучшить положение рабочих, поднять зарплаты. Вы их уволили. Держу пари, журналистам это понравится. Что б я без тебя делала? Что ты наговорил, Габриэль? Антуан, перезвони, ты что творишь? Мы должны разделить это бремя. В чем дело? Прошлым летом в какой-то далекой глуши... Давай, быстрей, шевелись! Прекрати! На нас напал человек. Ты показал мне палец? Тихо, пусти меня! Ты пожалеешь, тебе конец. А ну стой! Брось ружье! Мадлен, ты с нами? Уверена, что он будет молчать? Где Антуан? Оставь его в покое. Я буду работать на министра. Не пытайся меня обмануть. Черт! Так больше нельзя видеться, говорить с тобой. Ты должна исчезнуть. Ты просто трус, Антуан! Надо было защищаться. Адвокаты меня вытащат. С тобой что-то нечисто. Ты что-то от меня скрываешь. Скажи, что? Доведи это до конца, Мат.